Привет, друзья и подписчики моего канала. Вас приветствует Ольга в своем деревенском дневнике очень многодетной мамы. Сегодня мы обсудим тему запуска коз, запуска перед окотом. Можно еще обсудить раздой. Сейчас как пойдет. Я знаю, что многих козоводов, особенно начинающих, эта тема очень волнует, потому что в первоочередное, когда мы заводим животного, надо позаботиться о его здоровье, чтобы все было хорошо. Продуктивность коз и вообще всех, кто дает молоко, а это еще коровы, зависит от того, как хозяин подготавливает животное к родам, в данном случае к окоту у коз. Ну и, соответственно, чем кормит, как ухаживает. Все-таки очень важно запускать козу за 60 дней до предполагаемого окота, поэтому нужно обязательно фиксировать дату покрытия, считать и знать, когда коза должна катиться. Понятно, что козы иногда перенашивают, но лучше она у вас чуть-чуть подольше будет, там на 5-6 дней будет в запуске, чем вы ее будете доить до последнего, выдаете все последние из нее силы. Козы многоплодные, беременности носят, поэтому, конечно, сил уходит много для того, чтобы вырастить козлят. И плюс, если она будет давать молоко, то сама коза будет при этом очень сильно страдать. Организм ее будет очень сильно страдать от того, что она расходует много витаминов, кальция из своего собственного организма. Поэтому все проблемы начинаются после окота, если неправильно запустить козу, если неправильно ее готовить к раздою. Как мы, в общем-то, готовим наших коз к раздою? Вот буквально недавно родила наша коза Индиана. Она сейчас дает стабильно 5 литров. У нее был даже какой-то небольшой всплеск, она дала еще больше, но все-таки установилась лактация, и сейчас она дает 5 литров молока в сутки. У нее объемное хорошее вымя, при этом она хорошо кушает корм, у нее хороший аппетит, хороший внешний вид. Многие мне писали, почему у вас такие козы худые, но я вам сразу поясню, что все высокопродуктивные животные имеют такую легкую конституцию. То есть это их как бы отличительное качество. Это не мясная порода, это молочная порода, поэтому говорить о том, что она худая, ну, некорректно, это не худоба, это стройность козы. Посмотрите, какое у нее красивое, хорошее вымя. Кстати говоря, уже давным-давно отек спал. Доим мы ее всего лишь 2 раза в сутки. Сейчас у нас в запуск постепенно, помаленечку уходит камелия. Камелия катится в сентябре, поэтому июнь она еще доится, а вот июль и август она будет отдыхать. Коза тоже высокоудойная, коза, приносящая по 3-4 козленка, поэтому надо обязательно дать отдохнуть и спокойно подготовиться к родам. Чтобы запустить высокоудойную козу, ей нужно обязательно сокращать корм, а точнее зерновые. Если есть возможность сократить сочный корма, то тоже лучше это сделать. То есть либо это выпас ограничить, либо не давать зеленую траву и всякие овощи, которые сочные. Делается это исключительно для того, чтобы сократить количество молока, которое дает коза. Но все-таки большим стимулятором выработки молока являются концентраты, то есть зерно. Но мы кормим комбикормом, поэтому мы сокращаем комбикорм. Сокращаем всегда постепенно, помаленечку, так же, как и дойки. Доим мы, когда хотим, ну и собираемся запускать, просто чередуя дойку. То есть сначала подоили 2 раза в сутки, как обычно, потом на следующий день вечером, на следующий день утром, потом через день. И коза обычно на этом фоне достаточно быстро снижает лактацию. Еще учитывая, что она все-таки маленько да не доедает, сидит на сухом сене. Вот, коза быстро-быстро снижает удой. И поэтому запустить ее нет никаких проблем. Ну, вот кама еще доится, поэтому мы еще кормим ее, в принципе, как обычно. Ну, может быть, только немножко подсократили зерна. Так как камелия дает сейчас 2,5 литра, она на каждый свой литр получает 200 грамм зерна. А когда коза находится на раздое, то она получает 300 грамм зерна на литр молока. Вот и представьте, сколько ест сейчас Индиана комбикорма и как мало кушает камелия. Я, в принципе, тоже человек, изучающий и читающий вопрос содержания животных, таких как коз и коров, и часто сталкиваюсь с таким мнением, что в период запуска и перед окотом
То есть перед родами коз кормить не надо, кроме как сеном, да, то есть вообще ничего не даем, и тем более никакого зерна не даем. Опять же, спорить не буду и утверждать, что моя практика там самая правильная и самая верная, я не буду. Я просто вот опять в этом видео вам напоминаю, дорогие друзья, что я делюсь своим опытом, своими наработками, своими умозаключениями. Конечно, я не сама все это придумываю, опять же, читаю специальную литературу, и плюс все-таки какие-то рекомендации таких профессиональных козоводов тоже использую. Я пришла к выводу, что не кормить козу перед окотом, это, конечно, ну, мягко говоря, садизм. Особенно если мы говорим о высокопродуктивных козах, таких как нубийские, англо-нубийские, там, ну и все остальные, которые относятся к высокоудойным, занинские, альпийские. Но я таких пород не держу, вот, не потому что они мне не нравятся, просто я как бы выбрала одну породу и держу сейчас вот англо-нубийских коз, поэтому я про них вам и рассказываю. А почему я, собственно, так считаю и так категорично рассуждаю, что не кормить козу перед родами, ну, неправильно, мягко говоря. Ведь она же раскормит своих козлят и никогда не разродится, и будут крупноплодные козлята, и вообще будут проблемы с окотом, и потом, как говорится, не оберешься проблем. Но, вы знаете, оказывается, все-таки это миф. Знаете почему? Ну, потому что есть теория, а есть практика. Я на своем опыте убедилась, что ни один концентрат, ни одно зерно и ни один вид кормления не сказывается на крупности плода. Да-да, именно так. Потому что сказывается на крупности плода исключительно генетика. То есть генетически, если так вот коза рожает больших крупных козлят, они родятся. Даже если вы ее голодом заморите, они все равно будут крупными. Проблемы с окотами возникают не от того, что вы ее кормили во время запуска. Совсем не от этого. Много факторов может влиять. Даже то, что коза просто целыми днями сидит в сарае и не двигается. Ведь окоты приходятся на весну, и обычно зимой с ними никто никогда не гуляет, и мало у кого есть выгул такой свободный. А козам очень важно двигаться. Вообще всем животным полезен моцион. Конечно, доходить до фанатизма и кормить козу по 5 килограмм зерна перед окотом не надо. Надо учитывать нормы кормления. На каждый литр молока мы даем 300 грамм зерновых или комбикорма с расчетом на раздой. Если мы уходим в запуск, то мы будем говорить о 200 граммах зерна на литр молока. Доить мы будем через день. И если коза все-таки дает очень много молока и никак не хочет запускаться, тогда я рекомендую снизить до буквально горсточки зерна в день, пока все-таки вы не снизите лактацию у козы. И только после этого, когда коза бросит доиться, перестанет вырабатывать молоко, и вы точно будете уже уверены, что вы ее запустили, вот после этого тогда начинаем опять постепенно возвращать им зерно в том количестве, которое вы собираетесь давать ей после окота. Количество это должно не превышать 500 грамм. Желательно так и оставить эти 300 грамм, пускай она кушает 300 грамм до окота в сутки, то есть два раза в день, 150 грамм утром, 150 грамм вечером, я так своим козам даю в сухостойный период. А уже после окота эти 300 грамм мы даем стабильно, и к ним все время плюсуем еще плюс 300 грамм, еще плюс 300 грамм ежедневно, смотря какой удой, смотря сколько молока коза дала после окота. Так бывает, что молодые козочки, даже породистые, после окота дают не очень много молока. Ну, допустим, там литр-полтора. Поэтому этих 300 грамм ей будет за глаза. И дальше ее, как говорится, разгонять нет смысла. Она у вас просто не в коня корм пойдет. Тем не менее, козы раскачиваются в своей лактации достаточно долго. И поэтому сразу делать выводы уже там через неделю после окота, что моя коза дает мало молока, не стоит. Желательно подождать месяца полтора и посмотреть, и проанализировать ситуацию. Вот только, наверное, на этом периоде, через это время, вы сможете сказать, сколько ваша коза дала на пике лактации. Конечно, пик лактации, он как раз-таки вот и приходится через два месяца после окота. Так, давайте я подытожу. Чтобы конструктивно подходить к вопросу козоводства, нужно понять для себя несколько аспектов содержания, кормления и раздоя.
В первую очередь надо, конечно же, определиться с кормлением, чем вы будете кормить. Понять, что дойной козе нужно 300 грамм зерна на литр молока. Запускаем постепенно коз, то есть даем зерновых все меньше и меньше с каждым днем. Мало того, убираем все сокосодержащие, скажем так, да, все влажные корма, то есть траву, там, корнеплоды, на время убираем, на время, пока коза не сбросит молоко. Обязательно даем 2 месяца перед окотом отдохнуть козе. И сразу, как только коза перестанет доиться, потихонечку, помаленечку возвращаем ей еду в том объеме, который она будет кушать после окота. И после окота уже прибавляем на каждый литр по 300 грамм зерна. Мы доим своих коз 2 раза в сутки, сразу после окота. Никаких раздаиваний по 5-6 раз. И даже 3 раза мы не практикуем. И даже высокопродуктивные козы прекрасно себя при этом чувствуют. Отек в имени сходит в течение 5 дней без каких-либо осложнений. Поэтому для меня эта практика 2-разовой дойки, что на коровах, что на козах, оправдана. Я надеюсь, я ответила на все ваши вопросы по поводу раздоя коз, по поводу запуска коз. Если у вас остались все-таки какие-то вопросы ко мне, напишите обязательно в комментарии. Не забудьте, пожалуйста, поставьте лайк. На этом с вами хочу попрощаться, дорогие друзья. Всего доброго и пока-пока.